550 миллионов рублей потратят на капитальный ремонт 11 важных дорожных участков в Нижневартовске в следующем году. Большая часть суммы – это федеральные средства. Компания стартует с 1 мая. Деньги муниципалитету выделены для дальнейшего выполнения национального проекта «Безопасные и качественные дороги». В ближайшие дни будут заключены контракты с подрядчиками, займутся реконструкцией автомагистралей те же фирмы, что и в 2019 году. На этот раз приоритетными для обновления жители города назвали улицы Индустриальную и Ленина, плюс еще 9 участков в центре. Нижневартовцев предупреждают заранее, пробки вновь будут неизбежны, но все прежние ошибки с логистикой движения общественного транспорта будут учтены. Безусловно, будет определенная сложность с транспортом. Просто мы будем заранее перестраивать транспортную систему и прорабатывать вопрос с подрядчиком, перекрывать дороги створами. То есть по опыту этого года мы видим, что только при полном перекрытии мы полностью снимаем вопрос качества.